отъедешь назад на 20 метров, погасишь фары и подождешь меня, понял? Да, товарищ комиссар. Представляешь, как для нас важно иметь коммунистов в полиции? Они убили его. Я слышал. Слушай, дальше не перебивай. Теперь меня назначили во второй сектор комиссаром. Этот сектор называют черным. Грабежи и убийства там и ночью, и днем. Эй, парень, да брось ты его! Николай, а? Не сватаете ли вы меня? Да. Я никого больше, признаться, и не искал. Мы с тобой еще не знаем многого, Михай. Придется нам с тобой на ходу учиться. Вот твое удостоверение. Не могут они выиграть после 10 часов работы на заводе. Чего от них ждать? Научиться, ничего. Ага. Михай, слушай меня. Ты ведь знаешь, какой там народ в комиссариате. Не начинай с ними с докладов о политике и классовой борьбе. Одно сейчас нужно в этом участке. Установить порядок. Они должны почувствовать, что мы, коммунисты, за порядок в своей стране. Ясно? Вполне. Вот и хорошо. Вот уж не думал, что стану полицейским. Послушай, Михай, это партийное задание. Пошли. Идем. Thank you.
Поздравляю с назначением, желаю успеха. Товарищ комиссар. Машину тебе оставляю, она твоя. Вместе с Алексой, шофером самым нерасторопным в Европе. Товарищ комиссар, за что вы меня так прикладываете? Представь себе, у него нет даже прав. Права это не главное. Ладно, новое удостоверение тебе выдаст товарищ Роман. Желаю. Послушай, Алекса. Слушаю вас. Если я появлюсь в таком виде, не поверят, что я комиссар. А чего, здорово выглядите. Честно? Да все нормально. Ну, тогда иду. Десятка, черная. Десятка. Десятка. Вы ко мне? Это наш новый комиссар. Десятка. Не нужно, я уже предупрежден. Штефан Патули, с этого момента ваш помощник. Михай Роман. Господин Миклован возглавляет бригаду столичной префектуры по борьбе с грабителями. Вы о нем, наверное, слышали? Михай Роман. Ну что же, еще раз. Господин Миклован утверждает, что лучше револьвер, чем пистолет. Идет проверка. Кто быстрее и точнее выпустит две своих обоймы. И даже пари заключили. Вы любите поспорить, господин Роман? Семь и четыре десятых секунды комиссар Патуля, 7,6 секунды комиссар Миклован. Поздравляю. Для меня это, признаться, сюрприз. Может, еще? Готов. Позволите? Да. Вы не хотите попробовать? Да, но у меня нет револьвера. Мой пистолет. Посторонитесь. Ничего, немного тренировки, и все будет в порядке. Вы позволите мне уйти? Придется доставать деньги на шампанское, которое проиграл. До свидания. Миклован один из лучших работников. Пожалуй, самый лучший. Становитесь. Внимание! Огонь! Война заставила переоценить ценности. Вооруженные нападения стали обычным делом. В нашем секторе тоже появилась банда. Хладнокровно убивают ни в чем не повинных людей. А что известно о банде? Только то, что их шеф зовут Скорце. Бывший строевой офицер, есть его фотография 32-го года. Но тогда он был всего лишь младшим лейтенантом. А сейчас к нам никаких сведений не поступает, его боятся все. Поиски иголки в стоге сена. Точная формулировка. Вы давно служите в полиции? В полиции? Нет. Простите меня за мою бестактность. Входите. Это ваш кабинет. Я ввел здесь кое-какие новшества. Душ, кровать. Теперь это будет в вашем пользовании. Вам придется здесь ночевать часто. Вызвать машину. У меня есть шофер и машина. Сегодня было тихо. Несколько обычных мелких происшествий. Рутина. Да, Патуля. Комиссар, здесь Миклован. Миклован рассчитывает на нашу помощь. Ограблен ювелирный магазин Лемберта. Поедем. Будьте осторожны. Стреляют со всех сторон. Thank you.
им не уйти. На этот раз они влипли. Их всего человек 10, они окружены. Это люди Симаки, я знаю. Они у меня заплачут, когда привезут слезоточивый газ. Система сигнализации сработала? Нет, мне позвонили по телефону. Тебе везет на анонимные звонки. Вам это впервые? Не надо торопиться, мы их поймаем. Да ведь это самая настоящая война. Успокоились, кажется. Может быть, у них патроны вышли? Наверное. Притворялся убитым, старый трюк. Есть много трюков, которых я еще не знаю. Черт возьми, танк! Смотришь за ним! Скорее по машинам! Что же это такое было? Ну что, танк, вы же видели? В жизни такого не встречал. Это Симака, я уверен. Он объявил мне мат, но откуда я мог знать, что у него танки? Заводите машины, что вы смотрите, едем! Что вы думаете обо всем этом? Когда немцы бежали, они, наверное, оставили этот танк. Шоковые воздействия с помощью техники. Вы думаете, это смешно? Страна стонет от нищеты, людям есть нечего. А бандиты используют танки для шокового воздействия в самом центре Бухареста. Хороши мы. Вот сегодня вы все и увидели. Нам будет нелегко ликвидировать банду. Послушай, Патуля, все это напрасно. Я сразу тебя узнал, Патуля. Я тоже тебя узнал. Ну и? Ты ведь не рассчитываешь, что я брошусь перед тобой на колени? Я... тебе напомню. Меня схватили. Меня били, а ты знаешь, как они бьют. А потом пришел ты. Элегантный, добросердечный. Ты пытался изобразить сочувствие. Ах, эти мерзавцы, они ведь тебя убивают. 4 дня и 4 ночи ты не давал мне спать. А потом тоже стал бить. Я помню все до мелочей. Я был вынужден. Да, ты им служил. Ты должен был бить... А я должен был молчать. В данном случае мы оба выполняли свой долг. И сегодня, когда я уберег тебя от пули бандита, я тоже выполнял свой долг. Сквитался, думаешь, со мной? Нет, Патуля. А остальные? Остальные, которых ты мучил? Ты заплатишь за все. Да, я не могу изменить свое прошлое. Мне приходилось допрашивать и коммунистов, потому что я был следователем. Простишь ли ты меня? Мне все равно. Сейчас я работаю в комиссариате и выполняю перед людьми свой долг, защищаю их, рискуя жизнью. Да, это я видел. Но ты прощения не жди. Тебе не простит история. Громкие слова, но советую тебе их не забывать. Ясно? Да. Платить буду за все. Здесь я живу. Может быть, поднимешься? Не бойся, я не подсыплю яда в вино. А я и не боюсь. Браво, молодец. Все, спать. У вас, я вижу, у всех глаза закрываются. Господин комиссар, а вы далеко живете? Если хотите, оставайтесь, я вам постелю на диване. Ой, это было бы здорово. Отцовские случаи я уже все слышал. А вы бы рассказали новые. Ты в каком классе? В 5-м, гимназии Кантемир. Скажи спокойной ночи господину Роману. До свидания. Если тебя увлечет регби, зайди в Федерацию спорта к товарищу Земфиру. Скажи от меня. Ага, я обязательно пойду. Спокойной ночи. Хочешь сигарету? Нет, благодарю. Я привык к своим. И так каждую ночь, когда он уходит из дома, я места себе не нахожу. Все думаю, что больше его не увижу. Ужасная профессия у вас. У человека не всегда бывает выбор.
Как-никак у него есть образование. Он мог бы стать адвокатом. Боюсь, что уже слишком поздно. Ты не хочешь подумать о семье? А у вас есть семья, господин Роман? Только отец, кочегар на паровозе. Сейчас он на фронте где-то в Чехословакии. Благодарю. И все-таки лучше было бы вам остаться. Небезопасно. Нет, человек, знаете, всегда должен отдыхать в своей постели. Спокойной ночи. Я провожу. Всего доброго. Твоя семья не виновата. Ну, мой сын, куман фос, ту мою насприт, ани мейн сорит, ту мия юмбрит. Numai știi să zâmbesc, tu m-ai dezvățat. Nu mai știu nici să sper, am uitat. Nu poți ia să clădești cu un biet cuvânt. Господин комиссар! Тихо, или я закрою тебе и твой рот, и твой бар. Какой напористый мужчина. Шефу. Сейчас его беспокоить нельзя. Руки вверх, Скорце. Где мы можем поговорить? Вероятно, в полиции. Я спрашиваю, где нам с тобой поговорить? Придя сюда один, вы проявили большую смелость. Не валяй дурака, Скорцио. Ты давно у меня на мушке. Я знаю как минимум 4 твоих убежища и где ты прячешь товар. В сети, которые я расставил бы тебе на будущей неделе, ты влип бы, это уж наверняка. Если вы имеете в виду ограбление ювелирного магазина, то я ни при чем. Вы пьете виски. Дело не в ювелирном магазине. Некоторые обстоятельства изменили мои планы. То есть? Ты сбыл валюту, взятую в Микле? Нет еще. Ты в хороших отношениях с Хольцманом, фальшивомонетчиком. Предположим. Могу быть вам полезным. Все в порядке. Оставь нас одних. Мне нужна твоя помощь, а взамен предлагаю тебе шанс. Ну что ж, я вас слушаю. Маленький подарок от общества войска Господне! Дамы и господа, подходите! Берите, могут пройти товарищи! Подходите! Подходите! Все сюда! Войско Господне помогает всем! Подходите! Пожалуйста, берите! Дамы и господа! Это маленький подарок от общества Войска Господне! Под председательством господина Скорца! Подходите, пожалуйста, и берите всех, кому что нужно! Общество Войска Господне, его председатель господин Скорца желает вам счастья! Берите! Все берите! Общество Войска Господне призывает вас брать что кому нужно! Дамы и господа, подходите! Подходите все! Вот они, наверное, настоящие коммунисты. Не как твои. Кормят одной пропагандой. Молчи уж, если Бог умом обидел. Иди ты. Слушай, Ларке, ты товарищ или господин? Заткнул бы ты свой фонтан! Такие шутки неуместны! Ты что, зачем плюешь? Подходите! Все подходите! Подходите! Держите! Вот пальто! Кому нужно? Пожалуйста! Это подарок от общества Войска Господне и его председателя господина Скорца! Председателя господина Скорца! Не понимаю. Чего? Зачем они это сделали? Как зачем? По доброте душевной. Одевают бедняков на окраине и говорят, что это от господина Скорца. А потом приходит комиссар-коммунист и все отбирает у них. Вот, мол, как поступают коммунисты. Отнимают у вас все.
Это политическая акция. Он не дурак, Скорца. А ты что думал, что только мы умные? Господин комиссар, что же с этими людьми делать? Наденьте мундир. Здравия желаю. Здравствуй. Опять бедных раздеваете? Помоги, Михай. Приехали какие-то люди, роздали нам вещи, а теперь их отбирают. Ты ведь знаешь, я вдова, у меня дети есть. Ну как? Господин комиссар, что делать? Люди заперлись в домах. Посмотрим. Отдайте, безбожники! Дай, говорят! Стыдно. Если бы здесь был твой отец, он бы переломал тебе все кости. На, подавись ими, черт бы вас всех побрал! Здрасте, господин комиссар. Ларка, ну, как дела? Да лучше, чем у вас. В тюрьме вы вроде говорили, что бедняки – это опора страны. Разве не так? Ботинки можешь вернуть ей. Все правильно, что же еще? Большой начальник вы ведь теперь. Нет, у меня сейчас ни желания, ни времени тебе объяснять. А что объяснять? Без бинокля все видно. Сержант, арестуйте его и отведите в мою машину. Слушаюсь. Кого, меня? Тебя идем. Вот давай, это давай. Да! Ну уж об ордере на арест я не спрашиваю, ясно, как вы все обтяпали. Убери руки, костюм запачкал. Разговоры! Это шарф тоже краденый. Забирай его тоже. Разговоры! На, хочешь на память? Лезай! Может, тебе денег дать взаймы? Ясно тебе, Уарка. Грабеж это грабеж, а есть закон. Ты-то уж как вор мог бы это и запомнить. Бывший, господин комиссар, бывший. А ну идем. Господин комиссар, только ненадолго, у меня есть 2 часа всего. Говорю тебе, идем. Господин комиссар. Господин директор, машины с похищенными вещами будут у вас через час. Крайне признательны. В 5-й раз нас ограбили, но еще ни разу не было, чтобы нам смогли вернуть украденные товары. Мы нашли, кажется, все вещи. Да? Там не хватает одной пары ботинок. А вот за них я оставляю что вам деньги. Вы? Господин комиссар, мы вам признательны и от имени административного совета приготовили для вас этот маленький подарок. Моя помощь не потребуется? Нет, не потребуется. Пошли. Здравствуйте, господин Миклован. О, Арки, каким ты франтом выглядишь. Господин Роман, я тут мимо проезжал. Увидел вашу машину и решил поздравить вас. Большой успех. Да. Ну, спасибо за поздравление. А что касается того, что там произошло, то вы не переживайте. Бывает в нашем деле и это. Алексей. Да? Ты видел, как Миклован вошел в магазин? Не видел, товарищ Роман. Видел только, как вы вместе вышли. Две цуйки. Сколько? 2. Слушай, парень, не разыгрывай ты из себя дурака. Меня не обманешь. В тюрьме я тебя не таким видел. Но и вы там не были комиссаром тоже. Правда, вы, кажется, и тогда не жаловали этих бандитов. Они убийцы, парень. А ты тогда гордился тем, что ты честный вор. И ты так же, как и я, ненавидишь убийство. Вчера эта банда Скорца убила 3 человек. Не работаю я на Скорцу. Не работаю ни на кого. Будешь у Арки. Будешь работать. Еще по одной. А деньги? Так вы ж комиссар. Сядем.
нужен Скорти. А царская корона не нужна вам? Вот что, парень. Я комиссар. И сегодня, и завтра, каждый день. Я должен этим заниматься, это моя работа. Но я еще плохо разбираюсь в этом деле, не знаю, как подступиться. А кругом только ждут, чтобы я провалился. Скорти опасный тип. Не знаю, где его искать. А после конфискации этих вещей каждый поможет ему спрятаться. Варка, если я появлюсь у вас в поселке, меня забросают камнями. А у тебя, как бы это сказать поделикатнее, есть связи. Только ты один можешь мне в этом помочь. А, Варка? Ну, я же уже не работаю, решил совсем эту профессию бросить. Вот буду учиться на этих автокурсах. Дураком считаешь меня, врешь в глаза. Господи, что за жизнь, как в американских фильмах? По-вашему, человек не может исправиться, если он однажды сидел в тюрьме? Вы даже вот, коммунисты, не верите, хотите переделать весь мир. Хватит, болтаешь ты, парень, много очень. Поможешь или нет? А вы мне пышные похороны обеспечите? Нет, Арки, ни пышных похорон, ни памятников ни у тебя, ни у меня не будет. Я все понял. Ты боишься. Поздравляю. Ты нашел? Да. Где? Улица Тейлора, 6. Ты уверен? Угу. Долго он там будет? Не знаю. Видел? Я его еле выследил. А кто же это еще с ним? Вот бы цуйки рюмочку. Не разговаривай. Никаких следов после ограбления квартиры депутата Микля. Да, и вообще мы находим мало следов после всех преступлений. Работаем плохо. Господин комиссар, вас тут спрашивают. Да-да. А, Орка. Здравствуйте, господин комиссар. Бежал ты, что ли, весь мокрый? Да думаю, вас не застану. Садись. Закуривай. Спасибо, я бросил. И давно бросил? 5 минут назад. Можешь говорить, это мой помощник, господин Патуля. Я на минуту. Кстати, господин комиссар, могу вам рассказать новый анекдот про зайца с 5 лапами? Давай. Так вот, у одного зайца было 5 лап. Одну он носил в кармане. Или нет, я вам лучше другой расскажу, а то этот очень похабный. Господин комиссар, у вас нет бумажки? В 1000 лей. Мы вместе сидели в тюрьме, правда, по разным причинам. 500 хватит? Ну вот. А то я так голоден, что мне даже негде ночевать. Я испарился. Счастливо. Ларка, и этот тип обещал вам помочь? Не обещал он ни черта. Я стараюсь его растрогать воспоминаниями, а он деньги выпрашивает. Я считаю, что в деле Скорца нельзя рассчитывать на осведомителей. Слишком велик страх у людей. Я думаю, что облава ничего не даст. Ведь окраина вся за Скорцию, а не за нас. Черт возьми. Ну, я пойду пройдусь по барам. Патули слушает. Комиссара Романа. Комиссар выехал на участок. Алло. Алло.
Это я, Патуля. Здравия желаю, господин комиссар. Здравствуйте. Труп был найден одной женщиной в 5:30 утра. Вот здесь я нашел платок. Покажи. Вы не поедете? Жди меня в комиссариате. Добрый вечер. Что произошло? Ничего, просто зашел поговорить. Позвонили бы, я бы пришел. Да нет. Я здесь рядом был. Входите. Случилось что-нибудь, да? Ничего, дорогая, иди спать. Я ненадолго. Я ведь с просьбой. Да. Да, я пришел просить тебя помочь мне. Слушаю. Я верю, Патуля, в твой большой опыт. Надо поймать Скорцию. В первую очередь Скорцию. Скорцию, а почему не Симаку? Я хочу узнать, кто подал ему мысль раздавать эти вещи. А, ясно. Ты в этом политический оттенок усмотрел. А ограбление ювелирного магазина тебя не занимает? Об этом пусть беспокоится Миклована. На нашем участке нас интересует Скорцию. Ведь так? Ну хорошо, видишь ли, Скорцы почти у меня в руках. Да, не удивляйся. Я должен был его или взять, или ликвидировать. В первый же день ты припомнил мне мое прошлое, и я его не забыл. Теперь я должен себя реабилитировать в твоих глазах. У меня только одна возможность. Поймать этого бандита. Или пристрелить. Может быть, история не обвиняла бы меня тогда? Я ведь помню эти слова. Мне бы не хотелось услышать их снова. Ты на машине? Да, на машине. Поехали, возьмем Скорцию. Оружие с собой?
Нет. Возьми. Останови здесь. Глуши мотор. Возьми. Алекса, если ты услышишь выстрелы... Я прибегу к вам. Думаешь, у него нет охраны? Нет. Эту его квартиру никто не знает. Оставайтесь у двери. Я пойду туда, и когда дам знак, вам войдем. Кто это? Кто ты такой? Сынок, мой сын, Боже. Там только старуха. Сынок! Не надо волноваться, мама, я здесь, не беспокойтесь. Разрешите вам представить господину Скорцию. А это господин комиссар Роман. А, так это он. Руки вверх, господин комиссар. И поживее. Ну-ну, руки. Патуля. Вы недооценили мои умственные способности. Паспорт. В ящике. Валюта. Там же. Передаю его тебе. Так вот он, каков героический представитель рабочего класса. Мой сын! Сынок! Мой сын! Товарищ Роман, вас не ранили? Они вас не задели, господин комиссар Роман? Нет. Великолепно. Вы лучше меня стреляете. Он мертв? Мертв. А жаль. Лучший наш работник. Где Штефан? Папа, в чем дело? Погиб. Убит при исполнении служебных обязанностей. Хотите, я вас довезу, господин комиссар? Нет, спасибо, я пойду пешком. Счастливо. До свидания. Первая твоя ошибка, что ты был с ним слишком резок, а вторая твоя ошибка, что ты сразу же не отстранил его от всех дел. А возможно, ты и правильно действуешь. Тебе ведь сейчас все равно надо оставаться в комиссариате. Я все понимаю, разбираешься ты в этом слабо, но тебе придется этому учиться. Учиться, как вообще не верить людям? Нет, учиться доверять тем, кому можно. Послали бы меня на фронт, там хоть... Слушай, ты что хочешь? Чтобы я громкие фразы произносил, что здесь тоже фронт? Хочешь услышать то, что ты и сам хорошо знаешь? Да, признаться, это та же самая война. Михай, ты знал раньше Миклована? Миклована? Смелый малый. Он тоже из бедной семьи. Мы его достаточно хорошо знаем. Человек он честный, имею в виду. Хоть он и говорит, что политичен, но он с нами. У него тоже есть чему поучиться. Я тебе не советую его отталкивать.
Коммунист назначен начальником комиссара Миклована. Что скажет господин Миклован? Это мое направление в ваш сектор? Да. Тодор Миклован, 34 года, холост по убеждению, а политичен тоже по убеждению. В работе не ортодоксален, в делах удачлив, не мутит воду. А насчет воды в деле ничего нет. Вы довольны, что я согласился работать с вами? Доволен. А знаете, почему я согласился? Нет пока. Из любопытства. До сих пор я занимался только ворами, они, кажется, вне классового разделения. Да, они ведь не больше, как продукт класса эксплуататоров. Не сомневаюсь в этом. Когда я выйду на пенсию, я займусь этой проблемой. А пока ведь... Да, вот. Ты пишешь здесь в заявлении, чтобы мне не диктовали методы и средства проведения операции. Давай изменим немного. Например, методы и средства проведения операции устанавливаются с общего согласия. Это ведь звучит лучше, м? Не могу сказать, что я в восторге, но я не возражаю. Маску. Не опускать! Всем выйти! Мешки! Мешки забирайте быстро! Двигайтесь, двигайтесь! Живей! К стенке! Всем стать лицом к стенке! И не двигаться! Порядок, шеф! Потише, осел, не ори. Господин, умоляю вас, это жалование рабочих, умоляю вас, с меня голову снимут. Сказано же не двигаться, проклятый. Господи, шеф. В лес. Мешки! Ребята! Давайте подходи. Быстро, быстро! Сюда! Смените номера. Хорошо, шеф. Оружие спрячьте здесь. 1,75 м. 1,75 м. Освободите же дорогу! Отойдите! Отойдите! Здравия желаю. Здравия желаю. Это Бучерлиге. Откуда ты знаешь? Узнаю этот почерк. Отметьте положение по его жестокости. Этого тоже. Стрелял из автомата. Дальше тоже замерьте. Сколько гильз нашли? 50. И вот 8. Господин комиссар, вот. И эти пожалуйста. Возьмите. Кто все-таки этот Бучерлиге, а? Бучерлиге? Карманник. Он всегда работал один. Птица невелика. А теперь он собрал банду и поддерживает Плеархи, Ласкарики, Бурдужелу, Шкепу. Все известные персонажи. И они тебя до сих пор не ликвидировали? Господин комиссар, я не хотел бы, чтобы вы подумали, что я вас учу. Я как раз хотел просить тебя об этом. Это в Америке гангстеры хладнокровные убийцы, а наши нет, у наших ведь нет традиций. Не станем же мы ждать, когда они появятся. Все верно. Но все непросто. В общем, их не так мало, а вы знаете, как они вооружены, но несколько банд все же ликвидировать удалось.
Против них не найти свидетелей, да и доказательств. А у меня метод простой. Как правило, большинство из них нервные или истеричны. Я их довожу до того, что они хватаются за револьвер. И кто выстрелит первым, реакция меня не подводит. И мне все это нравится. А главарь Симака или как его? Симака — это другое дело. Благодарю. Он ведь даже ножа не носит. Мы с тобой решили говорить честно и откровенно, да? Так вот, эта игра с тем, кто первый выстрелит, мне нравится, но только в фильмах. Чистыми руками брать их надо. Мы ведь на службе у закона. Тодор, они все обязаны предстать, слышишь, перед лицом суда. Господин Виклован, когда вы мне сегодня позвонили, я немного успокоился. Я прочел в газете. Господин комиссар Михаил Роман. Очень приятно. Я прочел в газете. Прошу вас, господа. Я разорен. Эти слова вы, вероятно, слышите из уст многих владельцев. Одна причина. Но в этом случае совершенно... Я не думаю, что вы настолько разорены. Полагаю, что у вас найдется 800 тысяч лей для полиции. Эта сумма поможет вам вернуть украденные у вас 25 миллионов. Думаю, стоит. Господин Роман, ясно, что в такой ситуации не может быть и речи о том, чтобы торговаться. Но после грабежа мой кредит в банке... А товар не застрахован? Только часть товара застрахована. Самые ценные вещи поступили в магазин в день грабежа, который был, кстати, гениально организован. Ну и? 500 тысяч, господин комиссар. Что ж, если уж так... Значит... Хорошо. Вот, пожалуйста. Вы подпишите расписку, я приготовил. После того, как нам возвратят пропавшие драгоценности, мы будем счастливы внести существенную сумму в фонд полиции. Благодарю вас. Всего хорошего. Всего... Привет. Он, кажется, человек серьезный. Поставщик королевского двора. О, я забыл шляпу. Минуту, я сейчас. Я подожду. А я как раз собрался догнать вас, ваша шляпа. Торговаться стали с Миклованом. Девочки на уме, склероз. Просите расписки. Но быстро! Господин Миклован. Воспользовались присутствием порядочного человека, который вас еще не знает, и торгуетесь. Здесь все? Да. Шляпу! Прошу прощения, господин Миклован. Привет. Хотите увидеть Симаку в его гнездышке? Вон он идет. С бородой и усами. Довольно респектабельный. Вполне. Я всегда сомневался в правильности теории Ламбразо. Человек с такой внешностью, обаятельный, с чувством юмора, вращающийся в хорошем обществе, и богатый, конечно. И вдруг преступник. Так вот он какой. Да, именно такой. Господин комиссар, арестовали вы меня незаконно, я настаиваю на вызове адвоката. Конечно, сеньор, обязательно. Тебе прогулка в нашем обществе не нравится? Ну, ей-богу, не мой пистолет, клянусь вам. Но чем хотите, поклянусь, у меня ведь при себе оружия не бывает. Я ведь не дурак. Ты бы вот лучше рассказал господину комиссару, как давно я за тобой охочусь. Я учуял твой запах возле банковской машины. За вооруженное нападение во время войны приговаривают к смерти. Господин Миклован, клянусь вам! Клянусь вам, самым дорогим, что только имею. Честное слово, не я стрелял в них. Открывай дверь и проваливай.
господи, не надо, не убивайте, господин Беклован. Клянусь богом, я ничем не виноват, я ничего не сделал. А я вам могу еще пригодиться, господин Беклован. Не убивайте. Ладно, хватит торговаться, отвечай, где Бучурлига? Около вокзала, в гостинице Гаити. Я ему обеспечил одну блондинку, фартовая девочка. Ровно в 11 у них там свидание, комната 16 с окнами на улицу. Теперь я могу уйти. Послушай, Паску, это в последний раз я тебя прощаю. Понимаю. Уезжай из Бухареста, чтобы я больше о тебе не слышал, понял? Счастливо оставаться. И чтобы никогда не видел. Последний раз, Паску. Последний. Черт бы тебя побрал, индюк вонючий. Вот так, кошечка. Вот так. Иди сюда. А у меня пистолет. Потом, девочка. После. Руки вверх. Привет, приятель. Скотина. Не волнуйся, старик, можешь мне поверить, она тут ни при чем. Как вас зовут, барышня? Шарлотта. Оревар, Шарлотта. Лучшего случая не будет, почему вы не стреляете? Как ты думаешь, много здесь? 100 000, наверное. А если помножить это на 2? Я же не поверю, что вы собираетесь оплатить мне Шарлотту этой суммой. Этого она не стоит. Так чего же вы... Кто твой злейший враг? Ответь. До вашего прихода был Симака. Вы его хотите? Ювелирные изделия от Лемберта. Верно, господин комиссар? Хо! Ювелирные изделия! Я не фраер. Если бы я узнал, где их Симака скрывает, я не стал бы ждать. Я понадевал бы их на красивые ручки и махнул бы за рубеж. Да вы шутник, господин Миклован. Ну, а если бы все-таки мне что-нибудь было бы известно? Простим тебе банковскую машину. Амнистируем до новой попытки. Ты знаешь, я слово держу. Сравнили какие-то жалкие пятерки и десятки в банковской машине и валюта, ювелирные ценности. А риск ничего не стоит. Ты, Бучурлиге, сам подумай. Дело ведь не в десятках. Если бы Симака знал, что его закладывают за такую мелочь, он бы оскорбился. Разве твоя жизнь ничего не стоит? Не могу вам ничем помочь. Неизвестно мне ничего, поверьте. Кто с Симакой работает? Вот это проще. На текстильном складе у него трое, на дровяном складе трое, и кроме нет, того... Нет, называй имена и без всяких штучек. Ласкарите. Владелец похоронного бюро? Он самый. Поедем, господин комиссар. Господин Миклован. Что тебе? Доказательство доверия, господин Миклован.
Поворачиваешься спиной. О чем ты думаешь? Поздравляю. Все правильно. Самозащита, господин комиссар. Вы обиделись? Играли в регби? Да. О, Михай Роман, Гривица, вторая линия. Правильно. Как я мог забыть? I cling to your lips. I have moments divine. Be so nice to me. Take me, my darling, and say that you'll always be mine. Keep me and hold me tight each day and every night. Don't tell me you'll go away. Это зрелище переполняет вас классовой ненавистью. А впрочем, я говорю, пожалуй, лишнее. Есть вещи, которыми вы не шутите. Конечно. Вас все еще совесть мучит? Да, но совсем не потому, что я застрелил этого негодяя. Я должен был посадить его на скамью подсудимых. Take me, my darling, and say that you'll always be mine. Сомневаюсь, что мы сумели бы доказать его вину в деле ограбления этой машины. Судебный процесс, адвокаты, деньги. 100 свидетелей подтвердили бы, что его не было в это время в Бухаресте. Тудор, то, что ты говоришь, наверное, правда. Но я считаю, что в стране все должно подчиняться закону. Ради этого мы с тобой в полиции. Интересно, а что при социализме не будут воровать? Да, я уверен в этом. Когда будет социализм, преступность совсем почти исчезнет. О, я останусь без работы. Впрочем, это будет еще не так скоро. Михай, меня все спрашивают, почему я согласился с вами работать. Ты ведь говорил из любопытства? Нет. Когда вы сказали жене Патули, что он погиб при исполнении обязанностей, это был мне мат. Миклован, это ведь ты тогда убил и Патулю, и Скортю? Да. Я выстрелил, к счастью, раньше, чем он. Так почему вы ей сказали неправду? У него ведь сын, он же не виноват. Я правильно понял. Внимание. Этот тип сзади меня. Правая рука Симаки, это Ласкарики. Darling, and say that you'll always be mine. You'll always be mine. You'll always be mine. Oh, you'll always be mine. Mine, mine, baby. You'll always be mine.
какого черта его до сих пор нет? Считает себя великим. Хочет, чтобы мы ему зад целовали. А если он свалится на нашу голову с Миклованом? Это исключено. Ну, сядьте. Барин есть барин. Давайте кончать это дело. Чего тянуть? Господа, разберемся в событиях. Патуля погиб, да будет ему земля пухом, как говорится. Миклован не легкий орешек, но рука руку моет, как говорит пословица. Ни черта не понимаю. Я говорю сейчас. А вот с новым комиссаром Романом не так просто. Он коммунист, фанатик. Что вы сказали? Фанатик. Фанатик. И что же вы предлагаете, господин Симака? Объединиться. Скоординировать все наши действия. На время. И кто же будет шефом? А кто же еще может быть? Господин Симака. Ну да, мы будем работать, а он будет сливки снимать. Умный вы очень. Бесстрашный ты парень, Плюарка. А вот шариков у тебя в голове не хватает. Господа, вы должны хорошо знать, что я не из пугливых. Предупреждаю, что с этим Романом шутки плохи. Он нас всех ликвидирует. Подряд. Да я вам завтра преподнесу его разрезанным на две части. Ты что, идиот? Забыл, как они с Бучерлиги разделались? Хочешь, чтобы вся полиция поднялась? Шарики. Заткнись! Он хочет командовать, а почему он, а не я? Не ори, что ты себя воображаешь. Хватит. Командовать буду я. Я вас сюда созвал, потому что у меня есть один план. Господин комиссар, мы давно хотели с вами поговорить. Я тоже этого хотел. Но я готов спорить, что не здесь. Да замолчи ты, не лезь! Это, пожалуй, верно. Господин комиссар, мы вас очень понимаем, верьте. Тяжелые времена, всюду разбой, мы все стреляем. Но, конечно, вам это совсем не выгодно. У вас, наверное, тоже есть свой шеф, свое начальство. И спрашивает-то начальство с кого? С вас. Да еще как спрашивает. А почему бы вам не взять помощником кого-нибудь из нас? Положиться на него и думать о своей карьере. Мы вам вполне доверяем. И чего вы все вертитесь, как это самое, пардон, в проруби? Господа, давайте честно говорить. Мы хотим работать без крови. Мы обещаем, в вашем секторе больше убийств не будет. А если кто-нибудь из нас посмеет, мы его выдадим. Это раз. Ну, а если вам понадобится больше одного, мы договоримся. Все, финиш. Если мы говорим, что больше не будет пак-пак, вы можете этому верить. Если кто-нибудь посмеет... И кроме того, господин комиссар, мы решили выделить вам из наших доходов... И мы рады, что можем это сделать. Довольно значительную часть продовольствия, одежды и обуви, так сказать, вашу долю. Вы могли бы все это отдать людям от имени вашей партии. Политика есть политика, а пропаганда — великое дело, а? Ведь скоро же выборы. До сих пор еще люди плачут, вспоминая Скорцу. Господа, должен сказать, что всем услышанным я глубоко взволнован. Господин комиссар, виски, шампанское. Все понял. Знаете, о чем я подумал? Мне нравится, как начался наш разговор. Почему бы его не закончить так же? Вы решили больше не убивать? Отлично. Да. Тогда давайте решим и не грабить больше. Пардон? Что вы? Да, ни воровства, ни грабежей. Простите, это... Совершенно естественно, у вас не может не возникнуть вопрос, что же я вам предлагаю взамен. Не волнуйтесь. Я вас заверяю, что мы всем вам предоставим работу.
У нас сейчас рабочих мест больше, чем людей. Разрушенные заводы, жилые кварталы, несобранный урожай на полях. Он над нами издевается! Скотина! Ну, мы с тобой разделаем! Это была твоя последняя жизнь! Пуля тебя давно ждет! Не уйдешь! Товарищ Роман! Тебе даром не пойдет! Не уйдешь! Товарищ Роман! Скотина! Товарищ Роман! Не убивать! Товарищ Роман! Ситуация паршивая. Поищем другое решение. С Алекса. Убили. Как? Спокойно. Не двигайтесь. Несите, осторожно. Помогите им. Пошли. Нет точных данных, но я убежден, что они объединились. А это значит, что Симака ими командует. Надо покончить с ними. Со всеми. И сейчас же. Немедленно. Миклован, несмотря на то, что было, их все равно надо судить. Пока начнем с Ласкарики. Как ваша рука? К черту. Это конек Ласкарики. Кроме Алекса, я знаю еще человек 10, которым он перерезал горло бритвой. Но у меня никогда не было доказательств. Этот садист, по-моему, сумасшедший, он опасен больше всех. Не возражаете, господин Роман? Я применю к нему свой метод. Вы ведь, надеюсь, не забыли, что они с вами сделали? Тихо. На, держи. Благодарю вас. Всего хорошего. Кто здесь? А, господин Миклован, у вас на мой арест есть ордер? Блюститель законов. Я, видишь ли, свободен сегодня. Мы прогуливали здесь с господином Романом, и вот решили зайти заказать тебе гроб. Ты не возражаешь? Это ведь по твоей части. Все ясно. Будем действовать так, как договорились. Нужно брать их живыми, особенно Симаку.
Есть у кого-нибудь вопросы? Видите ли, господин комиссар, они, конечно, откроют огонь. Я сказал живыми, если будет возможно. Я думаю, все понимают важность сегодняшней операции. Давайте сверим часы. Сейчас 16 часов 23 минуты. Все встречаемся в 21:00. Ясно? Свободно. Вы его упустите. Я же вам сказал, где его можно взять. А здесь вы зря время теряете. Говорю тебе, заткнись. Понял. Вы этого Романа туда направили, чтобы он сам в гроб лег. Заткнись, свинья. Это Симака. Вижу, ты на глазах умнеешь. Как же вам везет, комиссар. Иди. Господин Мик... Быстро. Алло. Шеф, это вы? Задержите их там подольше у себя. Не двигаться! Вы арестованы, Симака! Не стреляйте, господин Мехлован! Я обещаю, никто не сдвинется с места! Оставайся тут. Господин Симака, это я, Ласкарике! Я не продал вас! Нет, я не продал! Он меня силой сюда привез! Поверьте мне, господин Симака! Ну, давай!
Не двигаться, вы арестованы. Руки вверх. Вы пришли как раз вовремя, господин комиссар. Господин комиссар, разрешите вам объясню. Уведите. Миклован. Ты здесь? Ранен? Ничего. Обойдется. Как это вы здесь? Я поверил твоему предчувствию. Я жалею, Тудор, что не поехал с тобой сразу. Отпустил тебя одного. Пристрелил бы его. Миклован! Миклован! Вы его заслонили. Вызвать машину, господин комиссар? Нет, не надо, пойду пешком.